Атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы через территорию нашей республики, принесут ухудшение погодных условий. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки, мокрый снег, дождь. Местами слабые туманы, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1, -6. Максимальная днем -3, +2. В западных районах республики ночью ожидается 0, +2. Максимальная в середине дня составит +3, +5. В областных центрах 8 декабря ожидается в Гомеле и Витебске ночью -4, -6, днем 0, -2. В Могилеве минимальная ночью -4, -6, максимальная днем -1, -3. В этих областных центрах утром и днем временами пройдут осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. В Минске ночью ожидается -2, -4, днем -1, +1, временами осадки, мокрый снег, дождь. Теплее всего ожидается в Гродно и Бресте. Там минимальная ночью составит 0, +2, максимальная днем +3, +5. Ожидаются осадки в основном в виде дождя. 9 декабря республика будет находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2. Максимальная днем -2, +4. В областных центрах в воскресенье днем ожидается в Гомеле, Могилеве и Витебске 0, +2, в Гродно +2, +4, в Минске +1, +3. Теплее всего будет в Бресте. В середине дня столбики термометров поднимутся до +3, +5 градусов. Во всех областных центрах временами ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега и дождя. На этом у меня все о погоде. Хороших вам выходных!